Такие предупреждающие таблички установлены на каждой железнодорожной станции, но ежедневно находятся смельчаки, рискующие своей жизнью. К таким пассажирам нужен особый подход. У нас проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В рамках этого мероприятия мы раздаем листовки, проводим беседы. Мы просим быть внимательными, осторожными. Мы проводим рейды, проводим лекции в течение года с учащимися образовательных, дошкольных и школьных учреждений. Такие рейды проходят регулярно с целью профилактики поведения на железнодорожных станциях и переездах. Если сравнивать травматизм прошлого года и в этом году, наблюдается значительное снижение по нашему участку оперативного обслуживания. Сохранить здоровье и жизнь просто. Достаточно всего лишь соблюдать правила безопасности, которые, как оказалось, знают многие. Чтобы маленькие дети не бегали по железным дорогам, взрослые тоже не приходили. Опасно, собьют. Всегда нужно быть осторожным, особенно на железной дороге, соблюдать правила безопасности. И в первую очередь, конечно, это же цена жизни, и нужно свою жизнь беречь. Ну, я вообще всегда соблюдаю все правила. Я бы не полезла через транспорт. Помните, что железная дорога безопасна для тех, кто внимателен, осторожен и дисциплинирован в опасной зоне.